Началось еженедельное оперативное совещание с торжественной ноты. Начальник ОМВД России по Ленинскому городскому округу Алексей Бадин передал главе муниципалитета Алексею Спасскому благодарность от руководителя Главного управления МВД России. За активное взаимодействие с правоохранительными органами по предупреждению раскрытия преступлений и личный вклад в укрепление правопорядка на территории Ленинского городского округа. С уважением, начальник Главного управления МВД России по Московской области, генерал-лейтенант полиции Виктор Кузьмич Пауков. Далее руководители всех подразделений, предприятий и управляющих компаний отчитались о проделанной работе. Каких-либо серьезных происшествий за истекшую неделю в округе не произошло. Первый снег не стал неожиданностью. Профильные службы незамедлительно приступили к уборке территорий. Наблюдается снижение случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Продолжается прививочная кампания и диспансеризация. По ремонту, значит, открыли на прошлой неделе. Детское отделение поселка Володарского после ремонта и ФАП на Дурова 6 в Витебске. Все оформлены по признанному брендбуку Минздрава Московской области, работа начата. Управлением образования идет активная работа по поддержке детей и семьи мобилизованных. Тему помощи военнослужащим затронул и председатель Совета депутатов Ленинского округа Станислав Радченко. Мы закрепили за всеми депутатами семьи по территориальности. Будем, соответственно, работать во взаимодействии с этим центром. Итоги по 10 месяцам. У нас показатель по Совету депутатов хороший по округу. Второе место из 60. Все это благодаря нашей слаженной совместной работе и с территориальными отделами. Я особо хочу выделить отдел 6 микрорайона, Горки Ленинские, Булатниковский и Расторгуево. В завершении оперативного совещания Алексей Спасский обозначил перед присутствующими задачи не только на текущую неделю, а до конца года. Начинается фактически завтра ноябрь, 2 месяца. Это значит, что все программы, все дела, все ремонты нужно подводить к концу, подбивать, отчитываться, чтобы с чистой совестью встречать новогодние праздники. Еще одна из главных тем этой недели – подготовка и празднование Дня народного единства. В Ленинском округе запланировано около 40 тематических мероприятий. Юлия Погосян, Александр Логинов и Государовская, Видное ТВ.